Опалювальний сезон в Южному не розпочався 1 листопада. Під час запуску системи виникла низка проблем. В ході запуску води по місту було виявлено 5 поривів у тепломережах. Найбільша аварія сталася у 4-му мікрорайоні біля авторської школи Гузика. Планувалося, що тепло в домівки КП «Ютке» почне подавати ввечері 31 жовтня. Продовж дня спеціалісти «Южтеплокомуненерго» працювали на проблемних ділянках теплотраси. Старые трубы. Там этим трубам, которые химии, которые уже мягко отрезают теплотрассу, она все еще идет на замену. Идет. Там трубам почти 40 лет. Uh-huh. Это трубы, которые должны быть, ну, там 38-37, а у них собственно трубы 25. И там сейчас есть еще моменты спуска на самой котельной. Сейчас они занимаются. Там вылезло пару проблем. Uh-huh. Вот. Поэтому они сейчас занимаются. Они всю ночь работали, там, вчера вечером. Но сегодня задача запуститься и работать. Определить это раньше было невозможно, потому что это можно было только во время пуска, когда пускаешь газ, тогда это видно, работает оно или нет. Это невозможно сделать просто так, вот, пока нет газа, нет отопления, это невозможно проверить. На момент підготовки програми «Южненські новини» «Ютке» почали запускати малий котел. Комунальники сподіваються, що першим тепло з'явиться у квартирах другого мікрорайону на ранок 2 листопада.